Первый случай так называемого свиного гриппа зафиксирован в Ангарске. Вирус диагностирован у годовалого ребенка, не посещающего дошкольное учреждение. Малыш лечится дома. По словам врачей, его состояние не вызывает опасений. По состоянию на сегодняшний день в нашем городе наблюдается сезонное повышение заболеваемости, не больше и не меньше, чем в прошлые годы. За минувшие сутки в службу скорой помощи поступило 35 вызовов. Тяжелых нет пациентов, роста по пневмониям нет, а вирусных пневмоний на территории, вот как осложнение гриппа, она на сегодняшний день не зарегистрирована. Но людям нужно принимать меры, чтобы не заразить своих детей, не заразить чужих детей, это тоже наша ответственность. В садики приводят больных детей, не хотят забирать их, когда их не принимают в группу, и неактивно откликаются на то, чтобы забрать уже в течение дня начинающего болеть ребенка. На карантин закрыты 3 дошкольных учреждения и 1 класс в школе номер 29. По словам медиков, пика заболеваемости стоит ожидать после ближайших выходных. По прогнозам, они будут аномально теплыми. Медики рекомендуют избегать мест массового скопления людей и принимать противовирусные препараты.